Так. Всем привет. Давайте сделаем ачивку. С беконом все вкуснее. Нам нужно получить 6-часовой эффект вкусного бекона. Для этого нам потребуется кулинария. Изготовить 6 хрустящих беконов. Так. Введем костер. Изготавливаем 6 кусочков бекона. Так, проверяем, чтобы на вас не было никакого больше папа от еды. Кушаем, даже она изготавливает намного больше. 3, 4, 5, 6. С бекона все вкуснее. Изготавливать сразу 5, поэтому достаточно было изготовить всего 2. Ладно. Чивка сделана. Всем спасибо, всем пока.